Вау! Вау, там Будда! Кать, что за место? Расскажи, знаешь хоть что-нибудь, нет? Храм вот этой богини Гуаньинь. Смотрите, как там классно. А снимать тут можно, интересно? Музыка гладит и можно. Как миленько. Посмотрите, нам сколько еще статуй равно. Они достают эту палочку, на ней что-то написано, или она выпадает, ну, когда они трясут, на ней что-то написано. Может, какое-то как предсказание, да? Да, как предсказание, наверное. Ну, и они уходят там куда-то или туда поклоняются, или туда, и вот потом на место ее кладут. Видишь, некоторые просто подходят и достают. Эти, кстати, штучки похожи, вот как вот они сжигают. Правильно? Похоже. Смотрите, сколько там этих. И все он разные, имена он разные, иероглифы он. Она сама выпадает. Слушайте, правда. Покажи, что это здесь. Похоже, как на ранетку, да? Это знаешь, что такое? Яблоко, да, вкус? Не, это не яблоко. Кать, говори, что это. Это боярышник. Покажи вот этот помидор. Он на самом деле кисленький, да, такой? Помидор похож вообще. А по составу, как яблоко. Так, Катя, вот это что такое? Я не знаю.
Не знаю, да? Ну ладно, пробуем на, по вкусу, что такое. Кто знает, что это такое, напишите нам в комментарии, что это за фрукт. Вот такой интересный фрукт. Мягкий, как груша, как будто бы. Внутри как пенопласт. А да. Тут посильнее. Сильно такой пористый. По вкусу похоже на грушу, не сладкую, маленько кисловато. Держите. Никогда я вот это попробую. Ребят, пробуем вот это, я не знаю, что такое. Вот это вообще похоже, не знаю на что. Пробуем. Не, ну папа, ну ты нагнал. На яблоко похоже. А как по-китайски яблоко? Кинго. Кинго, молодец. Это тоже очень вкусно. Это плава. Кусай и говори, на что похоже. На грушу. Кислое? Нет. Сладкое, да? Дерево в ленточках, и вот он сейчас закидывает, оно должно там зацепиться. Бах, не зацепилось. В общем, мы шли, и вот дерево, такая штуковина упала. Написано, что это благословенное дерево, вон, видишь, blessing tree. Нет. Священное дерево, видимо, какое-то. Это не так просто. Это кто? Кункурупан? Кункурупан. Еще раз. Кункурупан. Ребят, смотрите, какая пагода красивая. Этой пагоде более 400 лет. Вон там что-то новенькое строят. Охота прикоснуться к великому. Более 400 лет, представляете? Нажать на маленькую кнопочку. Нажми. Папа, нажми, и откроется дверь. Папа, я хочу туда подняться. А тут нету, видишь? Ни окон, ни дверей. А как они выходят? Мы нашли, папа. Давайте, будете героем. Я уже герой. Не передаю такую высоту. Понятно. Голова прям четко прям между ними проходит. Здесь пошире. А там-то вообще глубоко. О, здесь этот видно. Чего? Ну, богиню эту видно. Ага. Красиво. Давайте вперед пойдем. Иди. Стойте, стойте. Голова, слушайте. Можно так напугать кого-нибудь. Все теснее и теснее. Я тебе говорю, здесь места вообще узкие. Мяу. 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 О, все. О, здесь все чуть написано. Года. Мяу. А, еще наверх. Целя, сам. Смотрите, что тут творится. Стрим нафиг. Давайте, давайте, вы будете героем.
Дайте нам пройти. Кажется, все, да? О, все. Здесь какие-то пожертвования, видимо, делают. Сейчас иду. С меня тут. Лянкуай? Окей. Мы прям на самом верху пагоды. Представляете, вот такая высота. Ступеньки считай, сейчас будешь спускаться. Серьезно? Да. 37-38. Вот эта площадочка. Да. О. Так, в общем, мы с Татьяной Анатольевной решили посчитать лесенки. Сколько штук лесенок ведет именно на самый верх пагоды? Да. Давайте. А если мы собьемся, поднимемся наверх 50, и посчитаем по новой? 3, да. 54-50. Не надейся, что я собьюсь. Ради того, чтобы не подниматься наверх, я ни за что не собьюсь. И 100. О, 200 что ли? Ровно 200. Ого, 200. Так что смена была не халявщиков. Они просто немножко не подрасчитали. Все нормально. Сделать 200 ровно ступенек на такую пагоду, это вообще круть. О, вон туда наверх мы забирались. Классно. Как все красиво. Как все ухожено. Конечно, большое все-таки дело играет климат, да? Да. Я думаю. Да. Большое дело. Потому что не будь такого климата, было бы иначе. Угу. Как ты думаешь, сколько ступенек ведет на вершину пагоды? Может быть, 4000? Что? 4000. Много, я сказала? Много очень. Так, получается 10 секторов, да, примерно там 9. Да скажи просто, что ты... Ну, короче, ладно, 200 ступенек. Точняк, ровно 200 ступенек. Древностью прям отдает такой, да? Сейчас лучник выйдет вон с того камушка он. И как начнет стрелять. О, а здесь открыто, слушайте. Ну да. А я думал, там закрыто. Отлично. 5:30 закрывается все мероприятия. Блин, я хочу прям на стену забраться. О, можно на стену забраться, Кать? Во, смотри. Слушай, да, замки. Я вообще, я сколько раз эти фильмы смотрел, и мне прям, я прям тащусь по этим ступенькам, по этим заборам. Вон, смотри, там девушка с мужчиной, по-моему. Это капитан был, стражи.
Ну вот, типа, они кушают там. Хозяин жил вот в этом шикарном месте. Интересно, зачем такой лабиринт, да? Ну, развлекались, может. Вообще, я слышал, если заблудился в лабиринте, можно руку прислонить к стене, к одной, и идти постоянно ее провожать рукой. И в итоге, как бы, ну, можешь долго ходить, но в итоге выйдешь. То ли можно заблудиться? Ну да, это лабиринт, можно заблудиться. Ну, я не заблужусь, потому что я вижу все. Я победитель! Я поднялся на самый верх. Находясь здесь, в общем, как будто прикоснулся к чему-то великому, к чему-то очень старинному. Как ты даже представляешь, что вот ходят здесь люди в халатах, таких платьях, охрана ходит. В одном из этих домов хозяин живет. Судя по всему, была у них такая одежда. Винтовка настолько была длинная, что им приходилось вдвоем держать. Ой, кричат, выгоняют уже. Время уже 25 минут шестого, поэтому у нас уже выгоняют. Здесь тоже, да, поклоняются? Так темно здесь прям. Такой отвес, прям ужас вообще прям. Кажется, как будто вот-вот сейчас он упадет. Темно у меня. Ой, как здесь здорово. Ну, слушайте, ну не видно на камеру вообще. В общем, наша прогулка подошла к концу. Мы вышли, наконец, к выходу, потому что мы заблудились. Но зато мы нашли вторую часть экспозиции. Парк вот именно гротов, пещер. Очень красиво, безумно красиво. Мы за сегодня прошли пол парка примерно, да? Да. Пол шестого начало темнеть, в общем, да. То есть и мы пошли, то есть мы не сдавались, мы пошли по второй половине парка. И я пытался снимать, очень темно, там такие виды, там, в общем, открылся вид на пещеры. Пока-пока, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пока. Всем пока. Всем пока.